А теперь тапочки без пяток, с открытым носом. Это уникальное последнее изобретение производителя. Итак, эти тапочки, они тоже разборные. Я сейчас вам покажу. Отстегивается носок. Дальше внутри находится одна стелька, такая наверху, вторая вставочка и стелька. Вот. И таким образом у вас имеется 6 вот таких салфеток, которые очень важно, что в вашем доме появляются. Вы можете ходить в них как в тапочках, но когда вы не в этих тапочках, вы берете эти салфетки и используете, например, для того, чтобы поставить воду и структурировать воду. Вода – это буквально живая. Это вязкая вода, которая вполне возможно говорит Молдашев, потому что если она ночь постояла, то утром она вязкая и сладковатая на вкус. Эта вода необыкновенно заряжает энергией. Так вот, 3 салфетки. Итак, стелечки, которые можно использовать в обувь и ходить на улицу. Эти салфеточки можно использовать, например, у вас еще нет денег, вы в шарфик их завязали и сделали из них очки. Вот, в шарфик завязали и на больные ушки, если у вас плохо слышат, потому что микросферы способствуют улучшению зрения. У меня была дальнозоркость и близорукость, значит, 3,5. Сейчас у меня все хорошо. У меня катаракту 10 лет назад нашли. Катаракта не развивается, не зреет, и я себя чувствую великолепно. Итак, некоторые звонят, что полностью избавляются от катаракты и глаукомы, но мы говорим о тапочках. Так вот, эти тапочки я всегда беру в поезд с собой, в дорогу, в командировку. Господи, если бы вы только знали, когда я иду по поезду в этих тапочках, у меня ноги на такой мягкой подушке, и я сижу, и я чувствую себя великолепно. То есть поезд – это геопатогенная зона, так же, как и машина, и самолет. Если вы в самолет и поезд будете брать эти тапочки, вы будете спасать свое здоровье. Потому что когда после самолета и поезда ко мне приходят люди на диагностику, поле обнулено, ауры нет. То есть каждый полет организм с огромным трудом. Знаете, как когда мы переедаем и нам плохо. Так вот, полет на самолете, в поезде, в трамвае, в машине подобен перееданию. То есть, короче, ваш организм еле-еле справляется с тем, что произошло, с теми потерями, восстанавливается. Так вот, если вы хотите, чтобы этого не происходило, возите с собой эти тапочки. Итак, вы берете эти тапочки с собой, и вы в этих тапочках сидите, ходите по вагону. Ну и, конечно, дома пользуетесь ими. Если вы стельки можете в обувь вставлять, а можете и ночью вытащить, в носочек положить и спать. И таким образом каждая точка биологически активная на вашей стопе будет получать иглоукалывание или массаж. Потому что шарики отражают ваше собственное излучение, которое возвращается и массажирует каждую точку вашей стопы. Массажирует ее. Вы знаете, я делаю, они 500, что ли, точек называют, индусский массаж. И они берут такую палочку, и этой палочкой простукивают. Так вот, эта стелька заменяет довольно дорогую процедуру, потому что это простукивание происходит вашим собственным лучиком, божественным лучиком, которым светится центр сома, ваша каждая клеточка. И там уже микросферы не пропустят ни одной точечки. И таким образом активизируются меридианы, ваш организм оживает и начинает наполняться энергией. У вас отлаживается электромагнитное поле, у вас проходят боли, потому что отлаживается эфирное поле, которым мы чувствуем боль, где находятся проблемы. У вас поднимается настроение, значит, отлаживается ваше астральное поле, и мысли становятся более позитивными, значит,
значит, и ментальное поле затрагивается. И так далее, и так далее. То есть тут настолько широчайший спектр всего лишь от таких маленьких тапочек. Такой широкий спектр воздействия в целом на весь организм. И я вам советую начать с любимой стопы. Именно с нее мы начинаем стареть. И чем раньше вы начнете пользоваться этими изделиями, тем лучше. Начинайте с молодости. Вам не придется мучиться 15 лет, останавливать старение и возвращаться, как это произошло со мной. Вы сразу останетесь в молодом теле 33-40 лет и больше никогда не будете стареть. Организм будет работать и благодарить вас за то, что вы пользуетесь изделиями с микросферами. Желаю вам огромных успехов и, конечно, счастья, любви и благополучия с микросферами.